Привет-привет. Ну что, надо что-то делать с вот этой оставшейся кучей яблок. Морозилка забита, банок больше нету, что-либо делать из них. Поэтому сейчас я сделаю шарлотку, и если все в шарлотку не войдет, то компот. Дульсинея помощница пришла. Вот она. Она здесь. Хвост подтверждает. В общем, сейчас основная моя задача, я их сейчас перемою, почищу и порежу. В принципе, шарлотка все очень быстро, что тут рассказывать, как ее делать, все ее делают. Делают, делали и будут делать. Ну, тут сейчас главное вот это вот почистить, серединку вырезать, дольками порезать. В общем, я приступаю. Так, мешочек себе подготовила под дождик. Как называется? Под мусор. Короче, девочки, на самом деле тут так. Кадр сделаем. Кадр нужен, понимаете? Смотрите, тут на самом деле все просто. На две части. Потом эти две. Еще на две. И дальше аккуратненько вот так вот серединку. В принципе, на самом деле это кажется, что вот прям долго. А так сейчас вот я, например, сяду, поставлю какое-нибудь видео себе или фильм. И, ну, не знаю, минут 30 я сделаю. Опять же, чтобы яблоки не чернели. Ой, не чернели, а, ну, не коричневели. Короче. Можно сбрызнуть их лимоном. Но у меня лимона нету, поэтому будет как будет. Все вот так вот дольками. Дольки пока в тарелочку. Так и раз. В принципе, я не на выставку эту шарлотку повезу, поэтому все быстро. Тут главное начать. Стильно, модно, молодежно. Что еще можно из яблок такой быстрое готовить? Штрудель. Ну, блин, там вытяжное тесто. Это, знаете, такое. Все-таки уже с заморочками. А шарлотка, мне кажется, ее даже девочки готовят. Учат не знаю, сейчас, кстати, есть в школах. Вот раньше у нас в школе, когда я училась, была такая дисциплина, как домоводство. И вот там учили готовить. И вот там шарлотку учили готовить. Но у нас, кстати, в моей школе этого не было, но я слышала, что там, у кого были духовки, наверное, в богатых школах, не знаю, где это, наверное, можно было делать в столовой. Ну, не знаю, в общем, короче, у меня в школе этого не было, но я слышала, кто-то мне рассказывал, что учили на шарлотке. Ну, то есть легче, наверное, ничего нету. Все, видите, девочки, за шутками-прибаутками три яблока уже порезано. Сейчас быстренько со всеми остальными справимся, чтобы они не успели потемнеть. Ну, максимально они успели потемнеть. И будем делать тесто. Тесто тоже очень просто делается. Любите шарлотку? Давайте, расскажите мне. Все, девочки, я пока режу, чтобы одно и то же-то не снимать. Вернусь, когда закончу. Абракадабра. Так, ну что, у меня половина. Половина я почистила. Я понимаю, что у меня в шарлотку все равно больше не войдет. Вот у меня еще остались яблоки. Слушайте, может быть, сидр из них сделать? Ну, я не знаю, сколько тут. Вот еще 4. Ну, короче, сейчас погуглю. А пока шарлотка. Все, сейчас делаем тогда
тесто. Так, 3 яйца. Так, котятки, подвиньтесь. Немножко соли сюда. Ну, вот так вот. Половинку. Так, сахар. Сахара, ну, слушайте, учитывая, что яблочки кисленькие, ну, тут 160 у меня грамм, пусть вот так вот чуть побольше, да, 180. Так, смотрите, теперь мне все это удовольствие надо взбить. Взбиваю блендером, жужжать вам не буду. Так, и теперь сюда муку. 100, ну столько же, да, стакан сахара, стакан муки обычно идет. Все, засыпаем и доделываем тесто. Можно ванилин положить, ну, короче, у кого что есть. Смотрите, вот такое вот получается тесто. Красота, да? Настоящее шарлоточное тесто. Так, я буду делать в мультиварке. Поэтому сейчас я смажу форму мультиварки. И буду сюда сначала тесто, а потом яблочки. Заливаем. Почему сначала я делаю тесто? Чтобы яблоки к форме не пригорели. Так, сейчас я этой ложечкой вытащу все и вернусь к вам. Так, а теперь будем выкладывать яблочки. Ой, не фокусируется что-то. Вот так вот, красивеньким. Рисунком. Слово вспоминала. Все? Какова красота? Так, ставим. Подключаем. И на режим выпечки. 45 минут, но я думаю, что шарлотка быстро свое дело закончит. Естественно, все яблоки не влезли. Короче, буду гуглить, что же делать. Буду гнать с них сидр. То есть, ты не против? Дуся. Ну, иди на окошко, ляж, ну. Нет. Нет. Какова красота.
Бледновато. Да, соглашусь, но что делать? Мультиварка. Это вам не духовка. Да, у меня тут кормление. 4-4. Я сама в шоке. Все, еще одна минутка, потом немножечко дам постоять в мультиварке и будем доставать. Все, вытаскиваем. Она аж порует. Слышите, как она разговаривает с нами? Ой, пахнет шикарно. Пышненькая, хорошенькая. Все, пусть остывает. Пробовать буду завтра.